вы санбой? Нет, вон санбой пошел. Вон санбой, дети спрашивают. Санбой. Вот настоящий санбой. Песню будешь петь? Они нарушают программу. Видишь, хоры пошли, а городские романтики должны быть. Ты самый главный. Ну вот мы и должны с тобой. Ты хочешь выступить? Поэзия, не, Димыч? С 4, по-моему, до 5, да? А, Дим? Хапкайны! 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 Хапкайны, что значит? Дай руку подержать, великому вот так вот. Хапкайны! Барду. Понял, понял, понял. Потому что по-русски только так поздороваются. Во. Сейчас, подожди, секунду. За руку нет. Послушай, где же вы сейчас работаете? Раньше с этим, с Генкой вы работали. Помню. С каким Генкой? Сюти. Давно-давно ваши глаза. Не, я на таможне работала. А, на таможне сейчас? А раньше вы мне печатали мои там, помню. Да, я работала это. В газете. Я газету свою сдавал. Давно-давно. Что вас не могу вспомнить. Я с Геннадием Яковлевичем работала. Да. Он вас так уважал, любил, ценил. А потом женился. Женился на другой, да, подлец? Потом бросил и женился. На другой. А вы с какого года рождения? Я? Мне уже 70. О, красиво выглядите. Как 70? Ну, наверное, 49-е, не? Так, слушай меня, поэт. Там что-то программу нарушает нашу сейчас. Мы, городские романтики, студия вдохновения, должны сейчас читать стихи после хоров. Ты будешь-то читать? Не, я не записывался там, не буду. Ну почему не будешь? Ты же Мищенко. Ты самый... Мищенко. Вы не записывали меня, я и не готов порвать шаблон моей книжки. Ну вот возьми и прочитай, сейчас пойдем. Книг. Одну книжку возьмешь потом, пойдем к нему. Ты будешь читать, а я буду петь свои песни там. Потому что мы обязаны выступить от студии вдохновения. Ну да. Хорошо? Хорошо, пойдем. Видели Юрия? Кого? Юрия. Прокопова? Да. Нет. Вы же санбой, да? Да. Видите, знаменитая личность. Ну, спасибо, да, спасибо. Юрий, кстати, у вас статья была в газете, читали. Какой? Вот какая-то местная газета. Ну да. Это Танюшка заступилась за меня. А вы не сами не читали эту статью? Читал. Татьяна Михаль. Но это, правда, не сейчас было уже. Это было, наверное, вы Юрия встретите сегодня? Я? Прокопу. Вот не знаю. Чтоб он бы пел с нами. Вот. Он же вдохновение студии. Поэту. Городские романтики. У нас с 4 до 5. Сколько сейчас времени уже? Вот сейчас времени? Да сейчас где-то, наверное, около 4-го, я так думаю. Что ж они там нарушают программу? Вот я посмотрю. 15:34. Тебе?